Приветствую тебя, дорогой зритель! Сегодня в этом полном обзоре мы протестируем Defunct True Music. Наушники, которые недавно появились в продаже в Украине. У нас уже на обзоре была вся серия Defunct. И Defunct True Go Slim, самая дешевая версия. И Defunct True Mute, самая дорогая версия. Премиум, если так выразиться, со всеми функциями современными, нужными для крутых наушников, для крутой гарнитуры и для геймеров Defunct True Gaming. И сегодня мы проведем полные тесты вот такого вот бюджетного варианта Defunct True Music. Кажется, уже подсказка, для какой главной цели они служат. Итак, начинаем. Упаковка гарнитуры качественная, выглядит солидно, и внутри находится сам кейс с наушниками, гарнитура и кабель USB Type-C для зарядки. С обратной стороны упаковки находится конверт. На этом конверте есть информация, как связаться с службой поддержки клиентов и как им написать в Telegram. Гарантия 2 года, ну а внутри у нас гарантийный талон и инструкция на украинском языке. Ну а здесь у нас находится QR-код, отсканировав который, мы переходим в раздел на сайте Розетка, в раздел «Отзывы», чтобы владелец мог оставить свой отзыв. Инструкция очень большая, расписана вместе как с гарантией, а также рассказано, как включить и управлять через сенсорное управление. Внутри находится еще одна большая инструкция на 10 языках, начиная с английского и заканчивая японским. И здесь как раз находятся детальные характеристики от производителя. Версия Bluetooth 5.0 работает до 10 метров, поддержка кодека SBC, защита от пота и влаги IPX4. На 80% громкости производитель заявляет, что работают около 3 часов. И мы тоже провели тесты, с ними я чуть позже вас ознакомлю. Или же используйте тайм-коды, которые приведут вас сразу к нужному разделу в данном обзоре. В режиме разговора через микрофоны 2 часа, в режиме ожидания 38 часов. Время зарядки наушников 1,5 часа, а кейс заряжается 2 часа. Наушники от кейса можно зарядить 4 раза. Аккумулятор встроенный в кейс 400 мА, а аккумулятор встроенный в наушники 30 мА. Ну и другая информация, связанная с характеристиками драйвера, встроенного в гарнитуру, и по мощности, сопротивлению и так далее. Приятно удивил размер кейса. Он с легкостью вмещается в мою ладонь. Посмотрите. Оп, вот он. То есть он настолько компактный и, обратите внимание, ведь размер самой гарнитуры достаточно велик. Давайте рассмотрим кейс и гарнитуру. У кейса есть выемка, благодаря которой открывается крышка. У крышки отсутствует доводчик и лишь держится магнитом при смыкании. Снизу располагается 4 индикатора, которые при подключении вот так вот мигают. Если мигает один, значит сейчас кейс заряжен на 25%. Если у него все 4 горят, значит 100. Ну а если только 2, значит 50. С обратной стороны кейса располагается гнездо для зарядки USB Type-C. Беспроводная зарядка у данного кейса отсутствует. Открыв кейс, в крышке виднеются легкие выемки, которые нужны были, чтобы хорошо уложить гарнитуру. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что с правой стороны у нас стоит отметка левой, а с левой стороны отметка правой. Почему так? Все просто. С этой стороны находится левый наушник. То есть, если мы берем, то левый берем вот так. Раз и извлекли. Теперь, чтобы достать правой, нам необходимо правой рукой с этой стороны. Удобно. Сделано под руку, чтобы брать, и стоят соответствующие отметки. На лепестке наушника, на той части, которая прилегает к телу, также имеются два магнитных контакта, и как раз здесь есть тоже подсказка, какой это наушник. Правый, а здесь левый. А у кейса здесь гнезда для зарядки в виде коннекторов, которые тоже магнитятся. Наушники не выпадают. Вот, пожалуйста, демонстрирую. Один вернул, и даже если потрясти, наушник хорошо здесь держится. То есть существенно его главная цель именно в этом, чтобы магнит держал, прижимал контактом. Обратите внимание, что на наушнике тоже есть светодиод, который говорит о том, что наушники сейчас заряжаются. Ну а также он пульсирует синим цветом, свидетельствуя о том, что он подключен к вашему смартфону. Теперь рассмотрим сам наушник. Как сам наушник, так и кейс выполнены из высококачественного пластика, правда без софт-тача, как это есть у предыдущих моделях. Но это не делает его хуже. Особенностью этих наушников в том, что у них уникальная анатомическая форма. И в комплекте, вы наверное заметили, нет дополнительных сменных насадок. У него всего она одна, подойдет к любому ушку. Здесь и не вакуумная, и не вкладыш, то есть она где-то
посередине. Благодаря этой насадке она снимается, наушник сидит удобно в любом ушке. Их практически не ощущаешь весь день. Одних уши не устают, другими словами. Не выпадают из ушей во время тренировок, бега, прыжков и так далее. И не боятся капель пота. Даже если происходит прямое попадание воды на гарнитуру, не бойтесь, с ними ничего не произойдет. Звуковой канал находится глубоко благодаря этой насадке. Если ее снять, то здесь видно, что находится серьезная защита, сетка, которая предотвращает попадание пыли или влаги. Каждый этот наушник можно использовать отдельно. В каждом из них встроен микрофон, поэтому либо вы по левому, либо по правому наушнику ведете переговоры и полноценно слышите, что происходит вокруг. Также здесь виднеется небольшой бугорок. Это для того, чтобы можно было и увидеть, и нащупать сенсорную панель. Именно здесь находится эта сенсорная панель, и я вас научу, как ей пользоваться. Для того, чтобы выполнить первое сопряжение с вашим устройством, это может быть смартфон на Android, iPhone, то есть на iOS, или же подключение к компьютеру, вам необходимо открыть кейс и достать гарнитуру. После того, как вы извлекаете, начинает мигать индикатор голубым цветом. И здесь нажимаете «Сканировать доступные устройства». Были обнаружены Defunct True Music. Нажимаем «Подключиться». Device paired. Наушники подключены. При извлечении из кейса, если ранее вы уже сделали сопряжение с устройством, они мгновенно находят ваш гаджет, сопрягаются и уже готовы к использованию. И прежде чем покажу, как управлять с помощью сенсорной панели, я хочу поделиться отзывом о качестве звучания. Вы, наверное, на заднем фоне слышите звучание этих наушников. Они настолько громкие, при этом звук не давится. И чаще всего, как я, так и пользователи реальные, которые уже написали свой отзыв, а я заходил и читал все отзывы, мне интересно было узнать, как другие пользователи реально этих наушников отзываются о них, то все говорили, что ну больше чем на 50% громкости их не слушают. Реально звук очень громкий, послушайте. Это максималка. Реально звук настолько классный, бас глубокий, что меня удивило. При этом есть и качественные высокие, и средние. Для того, чтобы остановить или поставить на паузу музыкальный трек, необходимо дважды тапнуть. Музыкальный трек продолжается. Эта функция как на левом, так и на правом. Если же мы нажимаем и удерживаем, то переключение трека происходит. Вперед, еще раз, вперед. Ну а здесь у нас идет переключение назад. Нажали, назад. Тройное нажатие вызывает голосовой помощник. Раз, два, три. Пожалуйста. С его помощью можно с легкостью вызвать номер нашего абонента. Например, не извлекая из кармана наш смартфон, сказать позвонить жене, любимой, и происходит совершение звонка. Если нажать и удерживать несколько секунд, то наушник будет полностью отключен. Точно так же, нажав и удерживая несколько секунд, наушники можно включить. Здорово, что также можно регулировать и громкость. Просто прикасаемся, и громкость добавляется по правому наушнику, и по левому, если просто прикасаемся, она убавляется. Производитель заявляет, что в каждом из этих наушников встроено по два микрофона. Давайте проверим, как они справляются со своей задачей. Сначала будем тестировать в обычной студийной обстановке, а потом включим дополнительные шумы. При поступлении телефонного звонка, как ни странно, у нас в наушниках слышны гудки. То есть, как будто я совершаю звонок. Чтобы ответить, необходимо дважды прикоснуться. Раз, два. Запись начата, и я возвращаю наушник в ухо. Ну что ж, друзья, будем тестировать. Полная тишина в студии, просто мой голос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Напомню, что здесь производитель заявил в каждом по два микрофона. Я, правда, не знаю для чего, если здесь нет активного шумоподавления. Ну вот такая вот тишина, и вот так слышно. Теперь я создаю шумы. Я включаю мощный динамик сбоку, шум города, чтобы имитировать уличные помехи. Запускаю. Вот такой звук в студии сейчас. Довольно, ну, шумное место, скажем так. Представьте, что вы стоите на улице, рядом проезжают машины, грузовые какие-то, легковые. И это звук в студии. Теперь звук вы слышите через гарнитуру. Все то же самое, те же самые звуки, 1, 2, 3, и я пытаюсь с вами вести беседу, чтобы вы смогли оценить качество микрофонов
у гарнитуры BPAS Twin Music. Что скажете вы, друзья? Теперь запускаю тест звука метро. Вот такой звук в студии сейчас. А сейчас будем оценивать уже звук наушников в гарнитуре. Когда вы находитесь в метро, именно какой шум вы не слышите, шум поезда. Сейчас вы слышите уже звук в наушниках через микрофон 1, 2, 3, 4, 5. Тестируем эти наушники. Иван Трюм Юзик. Хочу, чтобы вы написали свой отзыв о качестве звучания. Снимаю левый наушник. 1, 2, 3, 4, 5. Говорю прямо в него. И снимаю правый наушник. 1, 2, 3, 4, 5. Говорю тоже прямо в него. Тесты закончены. Переходим к тестам аккумулятора. Итак, 13.02 стартует запись. Уровень громкости в наушниках 80%. Открываем YouTube Music и запускаем тест. Прошло 2 часа и 3 минуты. 70% заряда, 80% громкости. Продолжаем тесты. Прошло 3 часа. На экране у нас уже отображается 30% заряда. И я слышу предупреждение в наушниках, что батарея разряжена. После этого они проиграли еще 10 минут и отключились. Итого 3.10. Ну а этот тест позволяет проверить на синхронизацию звука. Если смотреть на губы Игорь, я автор блога и речь, видео это просто. То а еще просто синхронизировать задержка звук с вашей камеры видна. И микрофона. Именно об этом я и расскажу в данном уроке. Это у меня. Помню, тестировал TrueGo Slim. Наушники у меня была задержка, другие пишут, задержки нет. Поэтому на каждом устройстве индивидуально могут работать эта гарнитура также. Напишите, как у вас. Проведя все тесты и узнав об этой гарнитуре с этого обзора все, можно подвести итог и сделать определенный вывод, что наушники от шведов очень хорошего качества по доступной цене. Они обладают уникальной эргономической формой, что подходит под любые ушки, и вы их не будете ощущать. Они не выпадают из ушей. Они имеют компактный кейс и хороший качественный материал изготовления. Одета специальная насадка для того, чтобы удобно сидеть в ушах. Имеют многофункциональную сенсорную панель, с помощью которой не просто можно поставить на паузу, но и другие функции выполнять. Имеется качественный микрофон, всенаправленный, качественный звук, максимальная качественная громкость, очень громкие. Общее время звучания вместе с кейсом 12 часов, это если их заряжать, а так в среднем они около 3 часов работают в режиме воспроизведения на 80% громкости. И большая цветовая гамма, а именно модель доступна в 3 цветах. Синий цвет или голубой, стильный классический белый цвет и черный. И обратите внимание, что именно сейчас цена на сайте Розетка с большой скидкой. Была цена 1199, а сейчас 899. Поэтому самое время приобрести по очень выгодной цене качественную гарнитуру. Кстати, эта Bluetooth гарнитура у меня после обзора тоже продается. Те, кто живет в Украине, пишите, продам по вкусной цене. Купить эти наушники вы можете вот по этой ссылке. Переходите и покупайте. Ну и не забудьте поставить лайк, посмотрите эти видеоролики. До встречи в новых видеопроектах. Всем спасибо, пока.